Рэстаўрацыя старога замка ў Гродні набудзе новы імпульс. Аб гэтым заявіў намеснік міністра культуры Беларусі Васіль Чэрнік, які прыняў удзел у выніковай калегіі абласнога профільнага ведамства. Павестка дня ахапіла не толькі задачы, актуальныя для 2017 года, але і падвяла вынікі мінулага года культуры. Вольга Пілянчук раскажа. Областная и республиканская инвестпрограммы станут крыницами финансования для старого замка, гучить на сустрэчы. Объемы укладания у 550 и 500 тысяч рублей отповедно. Гэтых сродков повинна хапить, каб завершить проект и перейти непосредно до будаўнічых работ. Что эти гроши повинны пойти на закончение проекта, ну, меньшая значная частка. И основная частка пойдет на початок будаўнічых работ. Чтобы почнуть, покуль что еще ну, инженеры как бы думают, можно так сказать, что робить в первую чергу. Хутчэй за все это будет умацаванне склона замковой горы. Работа рушила, дякуючи увазе до королевского замка с боку кіраўніцтва краины и в области. Увага до объекта великая, бо археологичная и историчная каштоўность у будущем мая усе шансы стать сапраўднай перлиной гродзенского краю. И что немаловажно, еще одной кропкой притягнения туристов у регион. С боку министерства будут сделаны все необходимые заходы, как все ж таки эти объекты, ну, я не хочу сказать, что это сусветного масштаба, но все ж таки можно так сказать, таких замков на территории Беларуси вельми мало. Совместно с облвыканкамом Министерства культуры будет принимать и допоможе в проведении тех или иных работ, которые закладены на 2017 год при реставрации старого замка в городе Гродно. Святы кветок, млынароў, писанки. Новые мероприемства, которые прогучали на Гродзенщине у год культуры, обовязково знойдуть протяг. Больше того, на 2017 ставится задача, каб у кожным районе з'явилось свое брендовое свято. Сегодня в Гродненской области 240 агрогородков. Каждым постараемся дать новую жизнь, чтобы в каждом агрогородке были интересные культовые мероприятия районного масштаба. И стоит задача, чтобы в каждом районном центре было тоже культовое, такое значимое, хотя бы одно мероприятие областного, республиканского уровня, которое бы собирало достаточно широкий круг сегодня на гостей. Год культуры для Гродзенщины был насыщенным на мероприемстве. 2017-й, гучить на сустрэчы, будет не меньше богатый на акции и импрезы. До проведения запланованы сотни проектов, святов и фестивалей. У связи с чем от культурных работников чакается перегляд подыходов до проведения мероприемства, а от кіраўніцтва новое формирование кадрового потенциала. А кроме этого, необходимо активизовать пазабюджетную деятельность установ культуры. Чакают от гродзенцев и поширение списов проектов, реализация яких магчыма з удзелам міжнароднай тэхнічнай дапамогі.